на контроле Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике обеспечение безопасности при проведении торжественных мероприятий, приуроченных к последнему звонку в учебных заведениях региона и выпускные вечера. На всех объектах заблаговременно проведены дополнительные профилактические мероприятия и инструктажи по пожарной безопасности с учащимися, преподавательским и техническим персоналом образовательных организаций. В целом, с начала года сотрудниками надзорной деятельности проведено более 400 занятий с охватом более 10 тысяч человек. Напомним, что для праздничных мероприятий следует выбирать помещения, имеющие не менее 2 эвакуационных выходов. Запасные выходы должны быть закрыты на легко открываемые запоры, а личные клетки, проходы, коридоры и тамбуры свободны и ничем не загромождены, чтобы в случае экстремальной ситуации ничто не помешало эвакуации. Запрещается полностью выключать свет в помещении во время проведения мероприятий, а также пользоваться неисправными электроприборами, розетками, вилками и выключателями. Для контроля за обеспечением пожарной безопасности в помещениях необходимо организовать дежурство ответственных должностных лиц из числа сотрудников объекта. Также напомним правила использования пиротехническими изделиями. Покупать их рекомендуется в специализированных магазинах и других торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию. Перед использованием пиротехники изучите рекомендации производителя и не используйте их при сильном ветре и в закрытых помещениях. В каждом муниципальном образовании определены специальные площадки для запуска пиротехники.